Перед тем, как я прочитаю этот стих, я хочу рассказать память про тетю Лену. Я очень часто заезжала к ним домой, и один раз я заехала после хора, я спрашивала Юлю домой, и я думала, быстро заскочу, я не хотела сильно мешаться. И тетя Лена сидела около камина, и мы заговорили, и тетя Лена начала говорить мне о стихах. Она мне благословляла и говорила, что это мой труд. Потом мы вместе сидели и слушали стихи, и тетя Лена делилась своими любимыми стихами. Один стих, она рассказывала, что когда ей очень трудно, она любила его слушать. И сегодня для семьи тети Лены очень трудно, и я желаю поделиться с вами этим стихотворением, как однажды поделилась со мной тетя Лена. «А где же Бог, когда нам больно? Когда страдаем мы в тиши, и слезы катятся невольно, а помощь будто не спешит. А где же Бог, когда нам страшно, а на молитву тишина? Что уповаем мы напрасно, твердит лукаво сатана. Когда в отчаянном порыве один вопрос лишь задаем, душой усталою в надрыве, но ответ будто не ждем. А где же Бог? А Бог, Он рядом. И оглушительный ответ нужно смотреть духовным взглядом. Бог рядом с нами среди бед. А Бог, Он рядом у кровати, где умирающий старик, Он рядом с ним в пустой палате, последняя жизнь делит миг. А Бог, Он рядом там в подвале, где тихо плачет сирота, отца и матери не стало, и страшно здесь, она одна. А Бог, Он рядом там у двери, где упирается и опираться идет, с женой, что дышит еле-еле, и там под дверью мужа ждет. А Бог, Он рядом с мальчуганом, ему ведь даже нет 5. Он никогда не видел маму, красивые глазки, но слепы. А Бог, Он рядом в доме старом, им нечем уплатить залог. Семья бедна, детей немало, помочь им может только Бог. А Бог, Он рядом с той душою, в соседстве, что с тобой живет, с печальным взглядом, с сердцем, с болью, что мир душе все не найдет. Бог в сострадании и милосердии, сквозь боль свою взгляни на мир. Вы не одни, и есть надежда для тех, кто Господом храним. Вы осмотритесь, сколько рядом сердец блуждающих во тьме, кто смотрит жизнь печальным взглядом, с бедой своей наедине. А Бог, Он рядом, Он спасает, и если ты знаком с Христом, делись им с теми, кто не знает, ты ближних с Богом познаком. Быть может, станет меньше боли, надежду кто-то обретет. Если мы движимы любовью, то мы не спросим, где же Бог. А Бог, Он рядом. Оглянитесь, Он вместе с вами делит боль. Он любит вас, и вы делитесь. Дарите ближнему любовь.